Всем привет, с вами Жейн, и прямо сейчас я покажу, как заработать миллион голдов или долларов в игре Gangster Vegas, конечно. Также способ, который я покажу, прямо сейчас не тем, что вы можете выбить какие-нибудь кейсы. Мне за весь процесс выпал один красный кейс. Аптечки, парашюты, патроны. Также вам будет даваться опыт. И не так уж мало. То есть вы сможете повысить свой уровень. И если у вас будет интернет, вы сможете периодически получать видеобаксы. Теперь я расскажу вам, что потребуется для этого, так сказать, эксперимента. Во-первых, вам нужна очень хорошая пушка, типа ШВ или, например, легкий пулемет. У меня это классическая ШВ 3-го уровня. Если у вас есть, например, ангел смерти, еще лучше. Ну вот, желательно брать такое оружие. Какая-нибудь винтовка или гранатомет тоже не является багом. Это миссия, которая займет у вас довольно много времени. У меня примерно полчаса как раз она заняла, чтобы заработать ровно миллион. Что еще вам сказать? Этот способ примечателен также тем, что действует без випа, без читов, без всяких багов, без монтажа. Я вырежу всю рекламу, которую мне пришлось посмотреть, и ускорю запись, чтобы мне было скучно, поэтому видео выйдет, наверное, где-то минут 10, ну посмотрим. Но на самом деле весь процесс занял у меня полчаса. Ну все, пора уже вам показать этот способ и, возможно, помочь вам стать богатыми. Полетели.